Привет, вы на моем канале, с вами Дмитрий Михайлов, Коменбай. Хочу показать сборник конденсата овальный, потому что такая позиция довольно проблематичная. Причем проблематично объясняю. Многие производители делают этот соединение, стык, не герметичный. То есть завальцовывают под 90 углом, кто-то точку ставит, кто-то прокатывает. Ну, прокатка более-менее, она стоит. А если точку просто поставить, неважно, с каким шагом вы возьмете ее, то очень большая вероятность, что он потечет. Просто потечет. Поэтому замазывать герметиком дополнительно. Это все-таки герметик. Вот такой сборник. Исключено, что в нем что-то потечет. Видите? Смотрим. Шов герметичный. Он полностью проваривается. Делается с миллиметровой стали. Ну и внутри тоже штуцер, он тоже вваривается. То есть это, ну, классный сборник конденсата, да, довольно дорогой, но реально он зарабатывает свои деньги. Поэтому вещь достойная. Все, можете его приобрести у меня, потому что на монтажах, на овальных я очень часто их ставлю. Потому что процесс производства здесь... Все, с вами был Дмитрий Михайлов, Коменбай. Заказывайте у меня монтаж, покупайте у меня дымоходы. Еще раз повторю, только качественные дымоходы. Все, хорошего настроения.